У нас бывают моменты в жизни, где сердце не ёкает. Ёк – это когда вы понимаете, как сделать правильно, но мозг говорит обратное. Вы понимаете, что, сделав так, будет тепло, вам приятней. Что-то внутри тянет сделать именно хорошее. А вы делаете так, как вас научила система. Вот в эти моменты как раз нужно выбрать по сердцу. Иногда это бывает раз в неделю. На первых порах. Если у вас разгон хороший уже, вы наверняка там вегетарианец и еще и спортом занимаетесь, то максимально приближено к расхачапуриванию будет ваш, может быть, предпоследний и последний шаг. Не ваш последний, а перед раскрытием сердца, души, перед раскрытием энергии любви. Вам остается только 2, 1,5, 1 шажок. 7 шагов по сердцу – это самого-самого низа чувствительного. Это когда просто вот, ну, человек уже не воспринимает любовь как любовь. Это для подъема самой-самой глубины. Для вас, которые смотрят это видео, наверняка все уже настолько близко.